Ну, от папиной машины ключи. Дядя, она не выключается. Что это происходит с машиной? Есть специальные модели гоночных автомобилей. Тим, ну во что будем играть? Да во что угодно! Вот целая стопка игр! Прыщавый малыш? Фу! Я в такое не играю! Ну тогда давай в Бравл Старс играть! В Бравл точно не буду! Это еще почему? Тима, сколько у тебя героев? Ну, 35 из 37. Вот, а у меня 8, и то они все слабые. Не хочу проигрывать. Хорошо, а ты во что предлагаешь играть? Ну, сейчас подумаю. Сейчас что-то придумаю. О, а это что? Это мамины духи. Ты что, не видишь? Нет, вот что это за ключи? Ну, от папиной машины ключи. О, у меня идея. Давай поучимся водить машину. Денис, ты что, совсем ку-ку? У нас даже прав нету. Так я же тебе не предлагаю по городу ездить. Давай научимся хоть ее заводить. О, заодно и какую-то игру крутую придумаем. О, давай, например, то, что шпион украл машину, а полицейский должен его задержать. Чур, я шпион. Ну, если никуда ехать не надо, то... можно попробовать. Тебе не угнаться за мной, противный полицейский, я шпион! От полиции еще никто не убегал! Ну что, попался, преступник! Я заговорил, от меня еще никто не убегал! Еще посмотрим, кто тут проиграет! Вау, Денис, она завелась! Что-то подергать. Не понял. Что? Что это происходит с машиной? Не понял. Кто трогает мою машину? Ирина, что же нам делать? Я не знаю, что нажимать. Тима, давай как-то выключать. Тима, Денис, как вы додумались до этого? Кто вам разрешил? Вы представляете, что могло случиться? Мы просто хотели научиться водить машину. Я думала, это будет легко, а это очень оказалось даже и не легко, а очень сложно. Простите нас, мы больше так не будем. Ну что, пошли в комнату. Идемте, горе-водители, научу вас теории вождения автомобиля. Итак, дети, прежде чем сесть за руль автомобиля, надо выучить правила дорожного движения. И это во-первых. А во-вторых, вам вообще нельзя водить взрослые автомобили. Но для вас есть специальные модели гоночных автомобилей.
И это шикарные Toyota и Subaru Outback Super GT. Вау, классные машинки! А что они могут? Просто ездить? Просто ездить. Между прочим, Тимофей, это модель 1:16. То есть это как настоящий автомобиль, но только в миниатюре. Ого! Ну, кто какую берет? Я Subaru, а я Toyota. Эти модели могут развивать огромную скорость и маневрировать. Ого! У нее даже покрышки резиновые! Конечно, это для хорошего сцепления с дорогой. А какая у нее скорость? Да эти модели могут развивать скорость 20 км в час. Ну что, к запуску готовы? Да! Давайте, запускайте! Так если 20 км в час, где им тут в комнате разогнаться? Ну вот, видишь, в диване застряли. А знаете что, ребята? Я предлагаю выехать на трассу и там проверить всю мощь и маневренность этих малышек. Заезд суперскоростных машинок Outback Super GT открытым. А это ваш финиш. Кто быстрее доедет до финиша, тот и объявляется победителем. Мальчики, вы готовы? Да! Тогда 3, 2. Тогда этот приз достается Денису! Ура! День, ну ты же со мной поделишься? Конечно, я с тобой поделюсь, ты же мой друг! Ребята, эти автомобили